свыше 30 миллионов рублей из бюджета Северной Осетии направили на поддержку спортивной школы для людей с ограниченными возможностями «Стимул». Такую помощь оказывают уже в течение 3 лет. Субсидии выделены в рамках госпрограммы «Доступная среда» на 2011-2015 годы. О расходовании денежных средств на заседании правительства сегодня отчитался министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Хасан Бароев. По словам чиновника, 6 воспитанников школы «Стимул» завоевали золото на Олимпиаде в Пекине, а совсем недавно футбольная команда стала чемпионом России. В течение этих уже 3 лет и сегодняшнее время тоже не исключение, поступают федеральные средства, на которые приобретаются спортинвентарь и тому подобное, все, в чем нуждается непосредственно эта школа. И это, поверьте, очень сильно помогает и способствует развитию этого. Средства используются для сопровождения того или иного спортсмена в какой-то другой либо регион, потому что не без этого, да? Поверьте, они настолько сильны, что одна вообще радость помогать им и поддерживать их. Российские сельхозпроизводители в сложившихся условиях экономических санкций получили новые возможности для развития. Для этого необходима государственная поддержка. Чем и как именно помочь местным предпринимателям, обсудили сегодня в региональном отделении партии «Единая Россия». Основными вопросами встречи стали высокий процент на кредиты, отсутствие квалифицированного персонала и контроль за производством и поставкой тех или иных продуктов питания на прилавке. Сельхозпроизводители уверены, что санкции помогут наладить производство собственной продукции. Российская Федерация – это страна, которая располагает громадными, скажем так, природными ресурсами, в том числе сельскохозяйственными. И у нас есть реальная возможность не только, допустим, обеспечить внутренний, скажем так, сбыт внутренней потребности, но стать, скажем так, экспортером сельхозпродукции. Это позволит создать новые рабочие места, решить проблему занятости, расширить налогооблагаемую базу и увеличить, в принципе, бюджет страны. Сотрудники администрации города совместно с регистрационной палатой и Министерством юстиции организовали осенний субботник. К сожалению, город приходится чистить не только от опавших листьев, но и от бытового мусора. Подобные мероприятия по уборке города будут проходить целый месяц. На этот раз убрались на улице Гадиева в районе садоводческих товариществ. Земля здесь в основном принадлежит собственникам, поэтому городские службы очистки сюда не добираются. Еще одной проблемой является дефицит мусорных баков и урн. Участники субботника надеются на понимание местных жителей и просят соблюдать чистоту для общего блага нашего города.